25-я линия по улице Омская. Очень символично. Магазин «Магнит». Мусор у нас в городе убирает тоже «Магнит». Вот эта куча с самой зимы, наверное, может даже с осени лежит. Магазин «Сибиряда» когда-то был. И здесь просто люди сейчас скидывают бытовые отходы. Потому что ни бачков здесь ничего нету. «Магнит». И мусор должен убирать. «Магнит». Еще если сильный ветер, то вот и все разлетится. Причем, ладно, бытовой мусор, сейчас это мухи, все вот. Кто-то кошек мертвых сюда выбрасывает. А здесь тротуар, жилые дома, и ходят здесь дети. Ну, то есть, мертвые кошки и бытовой мусор. Ну, наверное, так должно быть. Администрация, примите, пожалуйста, меры.